Мы внутри вулкана, и это очень плохо. Аришка, ты хочешь испытать удачу? Конечно, мы будем играть в лотерею? Нет. А во что же тогда? Мы будем делать камень, ножницы, бумага? Нет. А что мы будем делать? Мы будем играть в выживание на острове. Ребята, там есть острова, и там разыгрывается на удачу. Вот мы встаем на остров, и если нам повезло, этот остров выживает. А если не повезло, то этот остров проигрывает. Его может съесть огромный кальмар, его может распилить пил, его может он стать льдом, развалиться. Короче, кучу неприятностей. В общем, будет интересно. Хорошие денечки. С каналом Папа. Всем привет! Вы на канале Папа и Дочки. Первое выживание. Я вот стою на острове. Смотрите, вон он, кальмар появился. Так, я сам Аришку угадываю. Посмотрим, кто больше выживет, ты или я. Я думаю, что этот остров победит. Так, этот остров выжил. Переходим на другой. Нам повезло, Аришка. Смотри, вон тот стал ледяным. О, тут за мной побежали чувачки и развалились. Ой, у меня бомба. У меня... Оу, я тоже развалился. Так, теперь очередь Аришки выживать. Ты готова? Да. Давай. О, Аришка, ты что делаешь? Ты я куда выбираюсь. Пошла? Куда это ты идешь? Я в пещерку хочу. В пещерку? Ты знаешь, да, проход в пещерку? Я хочу. О, прикольно. О, смотри, какие-то штучки. Хватай, пока никого нету. Эх, ты зачем грохнулась? Ариша. Аришка очнулась на острове, ребята, и сейчас ее задача выжить. Так, через 3 секунды появится вода, и... Интересно, твой остров выживет или нет? Ну-ка, я смотрим. Я думаю, что выживет. Так, пока целый. Вот. Вон кальмар, смотри, кого-то там кальмар хавает. Вот здесь лезвие кого-то. Смотри. Из воды смотрим, да, прикольно, так. Идем туда. Давай, перескакиваем. И сюда, отличненько. Здесь, смотри, так здесь нас много собралось. И подписчики, и Никита, и мистер Влад. Все собрались. Посмотри, кого-нибудь задело, нет? А, вода еще не началась. Три, начинается. Туда посмотри. Да, во. Так, у нас все в порядке. Вон он, кальмар выскочил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Страшно. Так. Отлично. Аришка еще один выжила. Ты думаешь, что теперь? Что теперь? Да. Сюда? Отлично, давай. Опа, есть. Посмотрим, теперь выживешь или не выживешь. Три, два, один. И... Вроде ничего не происходит. Посмотри вокруг, там батутик, там лед, там крутилка. Посмотри, там есть кальмар? Вот там вот. Не, кальмар, наверное, он уже что-то съел. Там был. Ты куда сейчас? Куда ты сейчас? Да. Ага, давай. О, нифига себе, ты прыгнула, прикольно. Так, теперь осмотрись вокруг. Осмотрись, так. Кто-то Три, прыгает. Два, один. И что происходит, что происходит? Только не у нас. Так, лед, рядышком. Вон он, кальмарищик. О, тебе повезло, поздравляю тебя, молодец. Так, дальше что у нас? Какой остров ты берешь? Огненный, тот. Ну-ка, пойдем посмотрим, давайте. Аришка, прыжок, отлично, и смотри вокруг. Так, что происходит? Нас смородина замочил. Смородина тебе, ты что натворил? Ладно, пока. Пойдем сгоняем наверх. Пойдем. Пока ждем, вот там на острове, видите, еще тусуется. Нас Аришку смородина поймал. Теперь идем наверх. Да. Что тут? Вот это что такое? Какая-то ням-нямка. Эй, я хочу ее. Эй, отдайте ням-нямку. Почему-то мне не дали, не знаю. Она не кушается. А вот это мне? Это что за мое? Нет, это не мое. О, смотри, вот это. О, тут что-то есть, смотри, какая-то штуковина. Пошли поищем. Ребята, тут какая-то секретная комната, что ли? А знаешь, что я видела? Что? Я видела, что можно купаться. Купаться в этом океане? Но мы пока не будем спускаться, давай здесь исследуем. Вот, смотри, кто-то грохнулся, Никита грохнулся. Быстрее идем сюда, так. Что-нибудь поищем прикольное. Я просыпаюсь на острове. Эх, как же хорошо спалось. И что здесь у нас происходит? Так, где это? Не знаю. А что это за ботинки X? X что они дают? Они что дают? Они огненные. Не знаю. Сейчас, или когда... Слишком сильные. У нас их много? О, ага! Есть! Мы выбрались из тюрьмы, ребята! Большие... Смотри, НЛО летает! НЛО!
Эй, это кто-то на НЛО из наших. Ну, я сюда перепрыгнул, ребята, я здесь и остаюсь. Но на всякий случай сейчас, если появится какой-нибудь краб, я возьму... Так у нас тут чувачок на НЛО летает, вот это прикол. Хочешь получить сердечко от канала? Ответь на задание. Сегодня очень сложное задание для самых внимательных зрителей. В прошлой серии... Серия называлась «Папа стал ребенком». Да, я превратился в кого-то, и мы с Маргаритой все съедали. Вопрос. Почему папа превратился в ребенка? Те, кто внимательно смотрит наш канал, ответят на это задание. И первые попадут в следующую серию, все остальные получат сердечко от канала. Эй, ты зачем стреляешь? Это смородина у нас тут опять. Он с мечом бегает, он на НЛО. Представляете, НЛО где-то угнал. Ой-ой-ой, так. Но я все равно здесь остаюсь на всякий случай. Если что, я возьму ботинки и выпрыгну, ребята. Мне кажется, этот остров, он... Да. Удачливый. Удачливый остров, давай посмотрим. Все, началось, смотрим. Повезло мне, не повезло, повезло. Повезло, кальмар, вон да. Там вот. Так. Это везучий остров. Везучий? Что, остаюсь, наверное, здесь? Да. А вдруг тут будет вулкан? Да, вулкан, это будет плохо, но я... Пока здесь. 3, 2. Готов, если что, нажать ботинки и упрыгнуть. 1. Если что, сразу нажми ботинки. Не-не-не. Вон кальмар выскочил. Нам здесь повезло. Здесь ни батута, ни лезвия, ничего нету. Так, все. Папа. Я здесь остаюсь, ребята. Я испытываю удачу. Что, Ришка? А на всякий случай возьми ботинки, чтобы время потом не терять. Ладно, одел, да. На всякий случай, если что, буду выпрыгивать. 3, 2, 1, 0. И, ну, если что, туда буду перепрыгивать. Если вдруг... А, здесь всего лишь батут. Ботинки исчезли. Сняли. Их заранее лучше не одевать, Ришка. Надо одевать именно в период опасности. Так, готовься. Что сейчас произойдет? Так, давай перепрыгнем. Эй, зачем толкаться? Эй, сумасшедший! Я не хочу прыгать. Вон тот остров, там какая-то каменная штука выросла. Там бомба. А там вон вулкан. Так, все, у меня нормальный остров стал. На нас может попасть. Так, сейчас девочка, если возьмет бомбу, от нее надо мотать сразу. Так, нет. Вроде нет. Разрушился у них там остров. Эй, ты зачем сюда бегаешь? Ты зачем такой страшный здесь? Чтоб сгорел, смотрите, человечек сгорел. Сгорает. Да, у меня остров в порядке, опять ничего не происходит плохого. Если что, ура! Он молодец! Да. Давай, сейчас новое выживание. Меняем остров. Нет, я остаюсь. Я прям остаюсь. Если что, готов ботинки нажать быстро. Да. Готов нажать быстро ботинки. Быстро ботинки. Фух, кальмар, вон он выскочил. У меня вроде бы ничего не случилось. Там нету. Там же нет. Да, мы стоим на одном месте и выживаем, ребята. Мы, наверное, дольше всех продержимся. Вот там разрушился этот один островок. Нет. Так, готовимся. Сейчас 3, 2, 1 и... Ботинки. Так. Подожди. Во, прям рядом с нами. Страшилище какой. Если честно, я чуть не описился. Ты бы мог нам это не говорить. Ладно. Давай еще выживаем. Мы стоим также на этом острове. Если что, я готов нажать ботинки. 3, 2, 1. Так. Здесь соседний остров, наш остров. Вот опять рядом прям, ребята, представляете, сразу двух человечков съел. Кто остался? Остался я и вот еще один человечек прыгает. Кто это? Мистер Влад Про прыгает. Всего 2 человека осталось. Какой остров выживет, наш или его? Наш или его? Кто победит? Наш. Ребята, давайте болеть. Кричите, папа, дочки. Да, так, я готов прыгать. Так. Ой, огонь у меня тут. У меня тут огонь. Прыгать. Так, я здесь. Перепрыгни на другой остров. Да не, все в порядке. Нет, еще не... Он какой-то странный у меня. О, все, закончился. Фух, чуть не сгорели. Пол это лава. Прям тут. Ай-яй-яй-яй. Опять пол это лава. Держись. А, лед. Лед и огонь. Нет! Значит, этот остров был удачным не до самого конца. Но я занял 2-е место. Ну-ка, смотрим. Что, сундук какой-то? Мне какой-то сундук дали.
Папа, дочки, второе место. Где я там танцую? Вон он, ребята, смотрите, вон я красивый такой танцую. Да. Вот он, мой танец в шляпке. Пошли поближе подойдем. Ариша, Ариша, готова? Ты? Аришка проснулась на острове. Что тут происходит? Все вроде в порядке. Ты здесь, да, пока первый раз? Быстро, быстро, быстро! Быстро! Ты чего, ты чего? Там уже время пошло. 3, 2, 1. Чуть не попались. А здесь что? А, у тебя меч. Сейчас сможешь перебраться на другой остров и всех зачикать. Подожди, вода уйдет. Вода уходит. Давай, бегом! Чикай, чикай, чикай. Мышка, 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 мышка. Давай, давай, давай. Все, не слази, слази. Все, 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 ты молодец. Все. Назад, назад. Кто-то сзади есть. Хочет, чтобы ты почикала. Давай, 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 давай. Все боятся тебя. Эх, исчез меч. Ариша, видели, была самураем с мечом. Так, что тут происходит? А, тюрьма. Мы в тюрьме. Ну, а ты... Не, лучше не прыгай. Давай побудем здесь. Ребята, мы сидим за решеткой. Нам грустно. Давай плакать. Все, поплакали. Сейчас исчезнет решетка. Посмотри туда, что происходит. Нет, не исчезла. Ничего решетка. На нас вулкан. Какой-то вулкан грохнулся. Аришка, тебе не повезло. О, 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 смотрите, я сейчас паркур делаю. Эх, и шлепнулся об землю. Да. Не повезло так. Посмотрим, здесь мы... А все равно мы на третьем... А, мы на втором месте еще с прошлого раза, да? Потому что острова еще работают. Давайте посмотрим, какие мы тут танцуем клево. Да, мы классно танцуем. Супер просто. Да. Так, собрать хочу эту штучку. Эй, вот ты что забрал? Вот забрал. Трясется. Трясется? А я могу трястись? Нет. А почему я не могу, ребята? Эф. Потому что у тебя много. У меня... А, то, что у меня много. Да. Я взял ботинки и могу прыгать. О, папа, смотри, смотри, смотри. Я сейчас на самый верх. Давай, 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 давай. О, ребята, смотрите, это супер-супер. О, это хочешь, не самый верх. Вон там где-то самый верх, но туда не запрыгнешь. Ребята, смотрите, как круто мы забрались. Смотрите, мы можем отсюда смотреть острова. Смотрите, какой классный вид. Тебе нравится? Да, а что тебе в этом видим. Что тебе в этом виде больше всего нравится? Мне нравится там, где очень далеко и красивый тут вид. Красивый? Отлично. Ребята, смотри, если вам нравится, красивый. Давайте пальчик поставим. Красиво вроде пальчик как нарисовали. Да. Проснулись, проснулись. Что тут? Как тут дела? Я в этот раз решил... Я решил в этот раз, Аришка, менять острова. Я не буду на одном и том же. О, чувачок на парашюте. Прикольно. Где-то парашют надо достал. Так, если что, готов прыгнуть. У меня стал просто ледяной лед. Ну, огня нету. Это хорошо. Просто лед. Сейчас когда... О, смотрите, в Никиту попал огонь и замочил его. Все, я меняю остров. Срочно, срочно. Зачем где Никита будет? Да-да-да-да-да. Я ухожу подальше. Вот, все, я здесь. Я вот здесь буду. Смотрите, огненная гора стреляет по нам. Ай-яй-яй-яй-яй. Вулкан. Вулкан. Так, что здесь? Вулкан. Вулкан. Вулкан, да. Так, так, а так. А что там появилось? Колодец? Где? Да, вон там колодец, там чувачки стоят. Сейчас я буду объять... Телепортировались. Телепортировались. Бегу менять остров. Ребята, я считаю, что в этот раз мне повезет здесь. Все, стою, жду, жду. Ждем, что произойдет. А я пока посплю. Не надо, Аришка, давай за меня переживать. Давай. Давай вместе с ребятами переживать за меня. Так, я готовлю ботинки. Кто-то огненный. Вот этот, смотри, мистер Влад Про с мечом. Надо будет от него сейчас мотать со всей силы. Бежим! В панике, в панике. Лишь бы он не за нами бежал. Так, он, смотри, за кем-то гонится, за кем-то гонится. Все, мы здесь, готовимся, если что, прыгнуть. Все, нет у него меча. Вот. Прям опять рядом. У него меч. У меня ощущение, что мне прям по щеке щупальце задело. Тебе не задело? Нет, хорошо. Ты себе щупальцу не оторвала от кальмара? Нет. Ладно. Давай сейчас еще один раз постараемся выжить. Так, 2, 1. И... Ой. И... Так, я готов к прыжку, готов к прыжку. Так, вот он, кальмар опять огромный. Я рядом. Не, он там, он там. Ну, почти рядом. Ну, почти, да. И ушел. Да. Пока, кальмар. Пока. До свидания. Пока, пока. Все, всем пока. Нет, не вам. Вам еще не пока. Кальмару пока. Да. Так, значит, я стою, готовлюсь прыгнуть. А интересно, что вот эти ботинки, значит? Ты же сказал, что не надо. По-моему, это водные ботинки. Давай проверим. Нет. Ребята, это не водные ботинки. Я только что проверил. Я наступил на воду и развалился. Чпокс. Это не то. Развалился. Голова отдельно, ножки отдельно. Теперь ты. Да?
Давай. Аришки на очередь. Давай, Аришка, я за тебя переживаю. И ребята тоже за тебя переживают. Кто переживает за Аришку? Давайте пальчиком вверх поддержим. Аришка, выживи. Так, готовимся, готовимся. Ой, инопланетянин тут появился. Ай-яй-яй-яй-яй. Это теперь не Никита. Не Никита, кто-то другой. Реально, щупальца выскочили. Да, Никита, вот он. Смородина. Смородина, он там победитель. Отлично. Да. Применяешь остров? Хорошо. Отлично. Фух. Так, смотрим. Инопланетянин что-то там летает. О, кончилось, кончилось. Это мистер Влад Про был инопланетянин. Что это мы все на одном острове собрались? Готовимся, если что, отсюда убегать. Отсюда убегать, если что. Ничего не происходит, все нормально, ребята. Фух, мы всей толпой выжили. Что, здесь остаемся? Аришка, да. Вот сюда, да? Ну, давай, запрыгиваем. Итак, что толпа подписчиков? Все с нами! Да. Нет, кто-то убежал, кто-то убежал. Кто-то думает, что здесь можно не выжить. Кто-то итак, смородина. Выживание. О, вон инопланетяниная тарелка. То есть ее можно захватить. Аришка, смотри, чувак на ботинках туда запрыгнул. Да-да-да-да-да-да, он угоняет летающую тарелку. Давай тоже угоним ее. Давай. Эй, эй, это наша тарелка. Так, мы выжили, отлично. Ты меняешь остров, отлично. Посмотрим, что здесь. Давай. Выживем или не быстро выживем. Туда-туда. Уже поздно. Поздно, 3, 2, 1. Есть. Фу. Сюда, давай запрыгнем. Я не знаю, вдруг это кислота. Это телепорт. Ребята, мы нашли телепорт настоящий. Нас куда-то телепортировало. Классная штучка, да? Да, классно. К телепорту лучше всего прятаться. Так, дальше тарелка бесхозная совершенно. Нету телепорта. Уже поздно. Сейчас 3, 2. Видишь, красное время идет. 1 и... Что происходит? Мы живы? У нас ничего? Вон, кальмар съедает почти, остров. Почти, рядом. Осьминожище. Почти рядом, да. Да, а вот это обновление прикольное, ребята, то, что летающая тарелка появляется, и любой теперь может ее сесть и кататься в ней. Туда. Туда? Погнали, погнали. Есть еще время. Итак, да, все нормально. Может, нам сейчас повезет, и летающая тарелка придет. 3, 2, 1. И бах! К нам прилетел Никита. Посмотри вокруг. Где кальмар? Вот кальмар выскочил. Почти рядом. Ну, главное, не у нас. Да. Все, ты сейчас что думаешь? Где ты будешь сейчас? Как думаешь? Здесь? Ну, давай. Давай посмотрим. Ты... Все за нами побежали. Ага. Ага. Красное время. 3, 1, 0. И где кальмар еще? Эй, кальмар, мы тебя не боимся. Да, он вообще далеко. Он вулкан съел. Представляешь, вулкан. У него теперь будет огонь в животе. А сможет ли он переварить этот вулкан? Нет. Где мы здесь остаемся? Меняешь этот остров. Понятно. Да. Давай. Я буду всегда туда-сюда. Туда-сюда. А если съедят один, что будешь делать? А? Если один съедят, что будешь делать? Тогда буду просто на том. На этом? Да. А если съедят тот, на котором ты сейчас? Мы внутри вулкана, и это очень плохо. Или нет? Давай постоим тут, может, нам повезет. Не шевелись, не шевелись, Аришка. Ребята, мы внутри настоящего вулкана. Смотрите, девочка вообще пляшет. Ей нравится вулкане. Она вот, как она, Ариша, делает? Да, вот так вот. Танцуй. А, нет! Мы развалились. Какое интересное место мы взорвали. И кальмар рядом с нами появился. Он не только вулкан был, но и нас еще съели. 3-е место, Ариша, я тебя поздравляю. Молодечек, умничка. Вот она, смотрите, Ариша пляшет. Би-би-би. Хорошие денечки с каналом Папа и Дочки. Аришка, мы сегодня испытали свою удачу? Испытали. Кто у нас с тобой занял 1-е место? Никто. Никто не занял. А 2-е? Ты. А 3-е? Я. Да, отлично. Ребята, давайте ставим пальчики вверх. Подпишитесь на наш канал, с нами всегда интересно. Хорошие денечки. С каналом Папа и Дочки. Всем пока. Моя любимая рубрика «Победители». Если ты себя видишь на картинке, напиши «Ура, я попал в видео» или вот так «Ура, я попала в видео». А потом посмотри еще какое-нибудь наше видео. Все, мне пора спать. Всем пока.